Селиванова Мария, 10 лет, город Саратов. Дети читают стихи для лабиринт.ру. Сергей Есенин, поет зима, аукает. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает со звоном сосняка. Кругом с тоской глубокую, полу в страну далекую, седые облака. А по двору метелица, ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. А зябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным, и злится все сильней. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна, и снится им прекрасная, в улыбках солнце ясное, красавица весна.